Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. У меня есть вот такой кусочек баранины, сейчас мы его приготовим. Ну, прежде чем разделать мясо, подготовить его, хочу вас попросить. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нам это очень сильно помогает. Ну и приступим к мясу. А, блин, как жалко, вот это прям шашлык. Эх, мне нужны только ребрышки. Седло я убираю. Самое-самое вкусное, что может быть, это вырезка. Это, смотрите, продолжение корейки. Это шашлык, это рулет, это все что угодно. Мы, кстати, делали из бока барана ролик. Вот его посмотрите, там много чего можно сделать. Так, вот это обрезаем. Обязательно убираем вот эту пленку. Какая красота. Можно вот так корону скрутить. Что думаешь? Блин, вообще так очень красиво. Вот да. Давай так сделаем. Корону сделаем? Да. Убираем все лишнее. Убираем. Под рулет, да, прям? Вообще идеальный рулет бы получился. Но у нас сегодня рулет не будет. Так, разметил. Так, провел. Так, вот под косточку подвел. Аккуратненько так провел и все. Ты их просто освободишь или Нет, я хочу зачистить их, чтобы красиво было. Тебе понравится, Леша. Нож под ребро, в прямом смысле слова. Разделка мяса. Я вот барашку разделал, гроза говядину разделывает. Корона уже просматривается. Да-да-да, сейчас будет. Осталось изумрудами обсыпать. Ну, изумруд, да извините. О! Как тебе, Олег? Алексей? Класс. Нормусик? Соседский забор. Соседский забор, да. Вот так вот. А теперь закрываем косточки, вот так вот их обмотав. Теперь немножко оливкового масла, соль. И немножко дробленого перца. Оставляю на полчаса, а сам начинаю заниматься очень интересным и нескучным делом. Сейчас покажу. У нас же есть телеграм-чат, телеграм-канал, ссылки на них внизу оставлю. Там есть Юра, который фисташки продает. Нехороший человек подсадил меня на фисташки, вот я решил сделать баранину в фисташках. Сейчас буду делать фисташки. Офигенная. Масса. Сорт Акерман я пущу на обсыпку. Ну и начинаем чистить. А сколько надо? Ну, достаточное количество, штуках не знаю. Ну, чтобы прям хорошо все обсыпать мясо. Ты, Леш, камеру ставь и присоединяйся. Подснимай тут фисташки, какие красивые. Ссылку на фисташки тоже внизу поставлю. Открываю крышку гриля, подлезаю к баллону, открываю кран. На самом деле меня интересует только сирзон. Вот это меня вообще не интересует. Три вот эти вот горелки максимально, чтобы прожечь решетку, во-вторых, а потом я эту баранину здесь обжарю. Вот это очень важно. Ну, во-первых, можно вот так подавить. Чтобы ты остяпаться ходил.
И потом начинаем мельчить. Кто-то это делает на блендере, но мне не нравится очень мелкая фракция, поэтому я это делаю ножом. И вот так вот меленько все измельчаем. Ну, оставьте какие-то крупные, вы все равно идеально не измельчите, но они будут попадаться на зубах, будет прикольный вкус. Чищу решетку. Вафельные полотенца кончились. Вот так вот салфеточкой все соберу. Все остатки, все. И вот так вот. Прямо сразу. Вот так вот. Краешечку снизу поджарим. Теперь беру и так вот все максимально. Ну и соответственно начинаю формировать такую корону. Тебе нравится, Леша? Королева такой не было. Ты шел королев такой. Хочешь, я подержу? Да. Давай. Всыпаем все до конца. Посильнее подстегнуть? Посильнее, да, хочу стянуть. Сначала я сильно обжарил, получил вкус мяса. Туда прилипли фисташки. А теперь вот так вот отправляю в гриль на непрямой жар. Температура примерно 160, минут, наверное, на 40. У нас тут дождь начался. Я немножко сместил в центр. И вот смотрите, сейчас все запекается. Осталось буквально 5 минут и будем снимать, пробовать. Класс, готово. Так вот на тарелочку. Надо пробовать. Надо пробовать. И отрезаю. А какое мясо-то, Лех? Как тебе? Все уже готово. Готово. Фисташковые пистолетики, да. Необычное сочетание фисташек и баранины. Это как фисташковое мороженое. Фисташки и мороженое. Также мясо и фисташки. Это, ребят, вкусно. А чувствуется соленость фисташек? В общем, пишите лайки, ставьте комментарии и не забывайте про мой магазин grilli.store.